А как? Наталья боялся. В магазин. Спрашивает, куда идешь? What? В магазин. Армению стол. You want anything? Sure. Говорит, что ты хочешь? Говорит, конечно, хочу. Инча Сузу. Не знает, что хочет. Пока nothing. Bye. Bye-bye, Lilus, bye. Значит так, дураки, паки, кирихекчан. Дверь должны закрыть. Идем в армянский магазин. Sunday, воскресенье, жду гостей на хаш. А это значит, надо купить сначала ножки. Надо купить, как дети говорят, коровьи ножки. Говорят, как вы можете есть суп из чьих-то ног? В данном случае говяжьих. Сегодня у нас Friday, пятница. Да, пятница. Жду гостей в воскресенье, но хочу сегодня пойти, чтобы в субботу обычно магазины многолюдные. А я не люблю ходить никуда, где многолюдно. Особенно в эти дни. Так что пойдем быстро шопинг сделаем и с вами, и вас с нами поведем, чтобы никто не обиделся. Вот так вот. Это он самый небритый, но мытый. Доверьте мне. Застегни ремень. Видите, как слушается? Увидели. Благополучно доехали, но не можем найти стоянку благополучную. Арам, нет. Окей, подождите, дороги, видите, у нас здесь съемки идут, ждем стоянку. У некоторых совершенно нету терпения, нету культуры. В том месте остановились сейчас. Мы думали, кто-то выходит, мы войдем, но нам это только показалось в наших. Только это было только во сне. Остановились в главных ролях. Выходим. В магазине снимать не будем, потому что магазинчик маленький, людям не до съемок и тому подобное. Быстро снимешь, да? Сегодня никто не дает поснимать. Хорошо пошапились. Хаш купили. О, столько, думаю, очень много купили. Ничего. Ничего, 3 дня будем на хаше сидеть. Очень хороший, упитывающий, плотный завтрак. Обед, ужин будет из хаша. Правильно? Он спать хочет, наверное, вовремя закрыл. Паника, та зацара. Говорит, твоя мама. Сними сначала. Доехали домой.
А из детей никто не выходит нас встречать. Ну разве это такое? Окей. Я ошиблась, дети всегда выходят. У ты, особенно младший. Вернись здесь. Thank you, Алька. Welcome. У ты. Is there something good here? No, nothing. Говорит, здесь что-то хорошее есть. Знаешь, я вас... I don't know. Так обрадовались, а я очень, очень даже хорошо пошатаюсь. Как холодно, вы сына видели в маечке, в трусиках, с голыми ногами. Окей, быстро все определю и будем дегустировать и делиться, что купили, что не купили и почему купили. Так, только что осознала, что ничего сладкого не купила. Эти дети приходят, спрашивают, что-то есть для нас. Для них виноград купила. Виноград и яблоки купила. Тоже сладкие бывают эти яблоки. Очень хороший виноград, кстати. Попробовали. Мы всегда в магазине тайком пробуем. Если сладкие, берем. Если не сладкие, оставляем в магазине. Сейчас помою, пусть дети покушают. И продвинемся вперед. Acá vamos, ¿cuánto esta vez? Acá, grapes? I really want to try it. Стэк, стэк. Бекиса, у них есть специальное место, где они кушают виноград или свою пасту. То есть в основном предпочитают у бара сидеть. Очень плохой знак. Окей. Там телевизор. Ничего нету. Значит так, что купили? Но сначала давайте посмотрите, давайте красотой изумимся. Скажите, какой красивый виноград. Прямо для картинки. И очень даже сладкий, крепкий, но сладкий, хрустящий, какой-то непонятный виноград. Купила слоеное тесто, наверное, я говорила, очень редко использую слоеное тесто и обычно беру из этого магазина и предпочитаю этого, у этого нету бренда, фирмы, да, те, на которых фирма или что-то написано, только мне несколько здесь продают брендов, нехорошие, прямо пахнут сильно маргарином и очень-очень жирные. Эти, на которых ничего не написано, не знаю, кто их создает, очень хорошие. Эти купил, сейчас в морозильник быстро положу. И что еще купили? Сейчас показываю герой сегодняшней покупки. Это в морозильник, покажу героя. Геройские ноги. Я не разбираюсь в мясе, не предпочитаю кушать мясо, но время от времени надо. А хаш раз в году обязательно ставим. Мы говорим ставить хаш. Варим хаш. Всегда иду в магазин и говорю, дайте мне хаш на 4 или на 5. И они сами определяются, что нам давать. В этот раз нам дали то, что называется зинг. И зинг, и, по-моему, зинг это эти самые жирная часть. О, думаю, эти, да? Я не разбираюсь, но сказали, хотите немножко 2 паунда зинг, 2 паунда, не знаю что. Сказала, конечно, хочу, я именно это и хотела. И это замороженный. Надо положить в холодную воду и воду менять в течение сутки. Сейчас это положу в огромную, нашу единственную, самую большую кастрюлю. Залил холодной водой и время от времени воду вылил и добавлю свежей воды. А завтра
где-то не знаю во сколько часов, на огонь поставлю и будет вариться всю ночь. Стоит это $17.13. Самый недорогая пища. И если не ошибаюсь, эта пища хаш была пища бедных. То есть богатые ели хорошие части коровы, а ненужные части давали бедным. А бедные ведь самые хорошие, самые теплые люди. У них очень хороший вкус. Мы очень любим хаш. То есть раз в году. Бедные догадались, что из ничего можно сделать что-нибудь вкусное. И выдумали хаш. Спасибо тем людям. И, конечно, если любите хаш, валерьяну тоже любят. Чуть не выбросила валерьяну, купили ночную. Мы сейчас только с валерьяной засыпаем. У нас такая диета валерьянная. Это так. Это под воду. Не очень тяжелый. Я думаю, слишком много купили, но очень даже правильно дали. Накупили лаваш. То есть какой хаш без лаваша, да? И потом, когда сделаю хаш, покажу, как я засушиваю лаваш, потому что без сухого лаваша хаша не бывает. Сколько купили, даже не считала. Главное, попробовала. Свежие были, купила. Уйди! Это так. Да. Если хаш, только с редиской. И здесь... В Армении редиска выглядела другой, круглая была или с черной этой самой поверхностью. Здесь у них как совершенно другого вида, но на вкус это та же редиска, что у нас в Армении. Если это не называется редиска, то не знаю, но это не турнип. Это обычная вкусная редиска, которая была круглой когда-то. Anyways, для хаша только это надо. Лаваш... эти ножки или не знаю что, бохк, это редиска, что еще, соленье добавляю, то есть на стол соленье будет и зелень, сыр, и посмотрим, что еще сбоку. Это маленькие водяные, почему-то всегда деревянные, из английского, как бы соединяюсь с английским, wood. По-английски говорю, водяные, деревянные шпаржи. Для маленьких мини-шашлыков. Дети иногда такие маленькие шашлыки делают с курочкой или только с курочкой они едят. Но с рыбой тоже делают для нас с мужем. Это для мини-шашлыка. И сейчас удивляетесь, сколько же эти люди, эта семья Яйлоянов, ест гречневую кашу. Мы можем каждый день есть эту кашу, и никто не пожалуется. Если есть, съедят, если нету, не попросят. Очень много готовы, это очень хорошая фирма. Раньше, когда-то, эта фирма была неудачная, то есть какой-то странный вкус был. Недавно купили, опять хорошая. Значит так, ходя, Афанасыч, be careful! You okay? Они игру играют, смотрят по телевизору. А как вот game are you playing? Ultimate Beastmaster. Такая, как Олимпиада в наши времена. Помнишь, какие-то разные трудности преодолевают. Это их... Я очень боюсь этой игры. Good. Wow. Вот так играют, падают. Ну пусть играют. Лучше этими играми заниматься, чем электронными. Купила тархун. Красота какая, да? Тархун очень люблю, если даже не надо, покупаю. Говорю, пусть будет.
О, что-то. Не говорите, знаю. Watercress. Крест салат. Котен. Очень люблю котен. Могу эту одну почку завернуть в целый лаваш. Такой длинный. И съесть. И буду очень довольна. Немножко соли добавляю. Очень вкусно. Хотите, чтобы дегустировала, наверное? Хотите? Так и быть. Если кто-то из вас в жизни никогда не пробовал резать, как правильно, то есть резать — такое плохое слово, по-моему, разрезать, не знаю, лаваш, показываю. Мои дети не знают, они открывают целлофан и прямо снутри тянут, что попадется. И так портят весь вид хлеба. А надо вот так вот. Видите, какой туториал получился у нас, как порезать правильно лаваш. Очень трудно, знаю. Но я люблю трудности преодолевать. Эти краешки обычно сохраним, храним для, чтобы подсушить для лаваша или для хаша. Или даем детям, они любят. А мы с вами, родители, едим эти центральные части, да, лаваша. Мне очень просто хотелось завернуть котен в лаваш. Я сомневаюсь, что кто-то хотел видеть эту дегустацию. А, бери, бери, Арамджан. Хочешь, сыр положу туда? Нет? Немножко соли, дорогие друзья, товарищи. И голодная Эгинешечка делает дегустацию. Я очень довольна. И грустным взглядом смотрит на Тархун, думает, почему не помыла Тархун. И ест грязный Тархун. Очень вкусно вместе. Сейчас это доем и продвинемся дальше в светлое будущее. Огурцы никому не интересны. Перцы тоже. Айкаджан, не кис цатыш. Яблоки купила. А вчера испекла яблоки. Вот эти яблоки нужно брать. Обычно golden сорт называется. Так хорошо пахнут эти яблоки. О, мандарин купила. Не зеленый уже. Всегда любила в детстве чуточку так протереть и запах, да, понюхать. Сразу Новый год вспоминаешь. Сразу обратно в детство. Потому что у этих детей вспоминание о Новом годе точно не из-за запаха мандарин. Здесь круглогодно и мандарины, и апельсины. В общем, жизнь неинтересна. О, еще купила свежий пистачок. Фисташка, наверное. Сейчас очень редко покупаю, честно говоря. Их вот так нужно кожу убрать. Сейчас возьму инструмент. Они очень полезные. Не соленые, не маленые, не без аромата, свежие. Очень нежный вкус. Дети, наверное, не покушают. Они, им очень трудно будет их кушать, потому что надо взять, сломать все эти трудности. Им может быть трудно будет преодолеть. О, здесь ничего не было, столько старалась. Действительно, ничего нету, видите? Нас обманули. Даже фисташки стали нас обманывать. Вот так вот. Говорят, очень полезный свежий пистачок.
Ну, времени берут. Почему я так старательно хочу несколько фисташек, да, покушать? Вот так. Сейчас это разложу, да, и закончили. Ничего интересного, да, наверное, в этом пакете. Нас опять обманули, видите? Там ничего нету. Может быть, из-за этого я стараюсь найти что-то. Не хочу остаться такой обманутой. Наконец-то нашла одну. Видите, целую. Столько старалась, и почти все были эти самые пустые. Это так. Очень вкусный, очень вкусный. Убираем и двигаемся дальше. О, джентльмен. Как забыла, это тоже. Сын попросил, что-то хочет приготовить. Наверное, хочет мясной пирог приготовить. На канале есть, готовилась со слоеным, с моим домашним слоеным тестом. Здесь надо из студии угнать. Уже совсем зашли в нашу территорию. Специи, не знаю, пробовали или нет, кориандр, семена кориандра и кюмин, по-моему, тмин, семена тмина. Если поджариваете это вместе, потом в блендере, очень хороший спайс получается. Разные блюда можно положить, но поджарить потом уже, еще несколько специй, как-нибудь покажу. Но это в солени тоже кладу семена кинзы, кориандра, то есть, и тминь тоже. Очень полезно, кстати. Можно даже чай приготовить из тмина, из семена, из семён. Из семён — это имя. Семён Семёныч. Значит, так, что еще взяли? Пшеницу взяла, чтобы танапур приготовить. Танапур или спас называют. Суп из йогурта. Очень соскучилась по этому супу. Взяла, чтобы приготовить. На канале уже готовила и мацун готовила. Поищите Эгине мацун, найдете. Потом поищите Эгине танапур и приготовьте. Очень вкусно, особенно в этот сезон. О, что-то новое. Это очень интересно попробовать. Варенье из молодой... Помоги. Ком, по-моему, тоже, да, называется кары. Но пайнкон. О, на русском, окей, я знала. Варенье из сосновых шишек. Шишка, как я могла забыть? Шишки. Из молодых шишек. Говорят, изумительно полезное варенье. Я никогда не варила, мне от меня рецепт спрашивали, варили или нет. Я даже не видела такое варенье. Это впервые вижу и впервые будем пробовать. Аранджан, может быть, и тебе дам попробовать. Наверное, думаете, почему Эгина одна пробует все? Нашему дорогому ничего не угощает. Плохо себя вел, поэтому не угощаю. Вкус как у шишки. Действительно, ну такой приятный. Арам, ты должен попробовать. Это я наказываю его. Должен попробовать. Мы все же в детстве, может быть, как-то пробовали, да, несъедобные вещи, и даже, может быть, хотя бы по запаху, когда играли, да, шишками, этот запах знаем. Как будто в самом конце, как валерьянка. Какой вкус.
до сих пор стараюсь как бы ознакомиться. Интересно, немножко горечь есть, да, но тем чем сгатишь. Но неплохой. Плохой? Очень даже неплохой. Но очень трудно будет несколько съесть. Да. Думаю, один хватит на чашку чая. Очень сильный, ароматный. Но я слышала очень-очень полезное что-то. Если у вас есть информация, в комментариях поделитесь. Осветите нас, пожалуйста. И готовит армянская компания, да? Great Masses. Я бы не подумала, что можно такое сварить. Но у меня спрашивали, я даже не изумилась. Удивилась, что можно такое сварить. Значит, от всего можно сварить варенье. И действительно, почти от всех фруктов, vegetables, даже от зелени. Вот так вот. Просто горошек купили. Дочка это так открывает и прямо из банки кушает. Очень любит. Пасту перца купила. На канале готовила. Посмотрите. Полбу и листель всегда покупаю. Финики. Паста финика. Хорошее печенье есть на канале. Посмотрите. Из финичной. Как это? О, сегодня я все по мамуля. Мамуль называется. Печенье приготовьте. Это для я купила. Наши гости любят эти печенья. Еще у меня есть гранола, как бы пирог из этого. Туда финики кладу, да? Очень вкусно. Это надо приготовить. Поищите Эгине финики и приготовьте этот гранола пирог. Очень вкусно. Наверное, это сначала приготовить. Надо было два покупать. В этот раз купили новый квас. Сейчас хотим это попробовать. Есть ли у этого кваса вкус нашего детства? Не у всех квасов есть вкус детства. Арам, газ ушел или такой безгазированный был, наверное? Хороший квас, Арам, попробуй. Уже хорошо ведет себя. Если был еще холодный, лучше было бы. Аса хороший. Да. Это хороший это квас. Точно. Не знаю какой, но очень хороший. Первая квасоварня. Хороший. Молодец, первая квасоварня. Всегда беру орехи, эти самые греческие, всегда кладу их в воду соленую воду и всегда получаю потом вопросы. Почему вы так делали, как приготовить? Ничего особенного не надо делать с этими орехами. Ну, и ничего, и даже рецепта нету. Просто берете обычную питьевую воду, добавляете чуточку соли, совершенно немножко, на вкус. Орехи чуточку как бы не ломайте всю. Вот так вот делайте, чтобы приоткрылись, да? И в эту воду на несколько часов, можно на 5-6, я на целые сутки кладу. И очень вкусные, уже как будто свежие, более хрупкие становятся и более полезные. А, что хотели? Эти забастовщики. Жаль это. О, iPad. Наигрались нормальные игры, сейчас на iPad хотят. Это здешняя минеральная вода, очень хорошая. Я люблю, муж не пьет минеральную воду. Что-то новое купила. Посмотрю, есть ли борщевик маринованный. Как хорошо, что на русском написали. Коцук по-армянски.
А по-английски Heraclium. Что-то новое для меня. Даже на армянском что-то незнакомое имя. Но я очень люблю маринованную зелень. Или вообще все маринованное люблю. Посмотрим, что это. Очень даже неплохой. И винегар, то есть уксус, не очень сильный на вкус. Обычно в таких разные бренды, конечно, такие маринады очень сильно пахнут или вкус уксуса. А сама зелень, или что это? Такая нежная на укус. Очень вкусный. Ну, не знаю, как определить вкус, на что больше похож. Ни на что не похожий вкус. Но очень хороший. Еще один 7. Извиняюсь. Не знаю. Вкусный, очень вкусный. А это моя любовь. Хотя не нашла с крупными, как бы, стеблями. Подождите. Купина маринованная. О, даже не знала, что на английском Solomon's Seal. Синдрик по-армянски. Очень люблю синдрик. Окей. Люди, помогите. Дело мастера боится. А синдрик или Соломон? Обычно мама это делала springtime, весной. Из тавушек папа приносил. И совершенно ничего не надо делать, если не ошибаюсь. Просто в кипяток клала, потом уже в воду с уксусом, с солью. И все. Так вкусно было. О, еще у папы болел желудок очень сильно. И оказывается, не бульон. Ну, когда варите, да, синдрик, эту воду, когда пьешь на голодный желудок, все боли проходят. Это папа говорил, у них в селе был врач. Врач? Не врач, врач. Ну, человек, который разбирался в бульоне синдрика. А? Эндокринолог? Да, сельский эндокринолог. Окей, как его звали? Не помню. Но говорил, ничего не помогло папе, только это вода от синдрика, в которой варили синдрик. Очень горькая вода бывает, но помогает. Просто хотела поделиться. Очень вкусный. К сожалению, оператор не знает, что такое синдрик. И не хочет снять. Хочешь попробовать в жизни один раз? И так и не узнает. Очень вкусно. Но обычно бывают такие мясистые стебли, те вкуснее. Но тоже хорошие. Пользуясь случаем, я сегодня хорошо подегустировала. Мы сегодня не обедали, не ужинали, что не делали? А? Ничего не делали. Ну, я завтракал. О, ты завтракал. Ну, мужчина должен хотя бы завтракать. Я кофе пила. Поэтому так набросилась на все. Голодная была. Спасибо вам. Накормили. Спасибо. Послышалось, кто-то сказал на здоровье, Эгинеджан. Яблоки купила, яблоки как яблоки. Органик яблоки. Всегда такие не идеальные, поэтому я их люблю. Ничего идеальное, ничего искусственное или искусственное. Искусственное. Не любим. Вот это
не выглядит как натуральный, да? Типичный американский гранат. Крупный, сияющий и, уверенно, очень красный. Один порежу. Пусть будет. Давайте сделаем, как делала. Окей, сначала это удаляем, если не ошибаюсь. Давно красиво не резала гранат. Потом так делаем. Американского граната. И стараемся аккуратно удалить эту верхнюю часть. Какой мягкий. Это удаляем. Потом находим эти полосочки. Видите, эти вены как бы. О, это даже надо удалить. И вот тонко и аккуратно, не до конца, вот так режем. Еще один. Здесь что-то нехорошо видно. Еще один. И еще один. Эту среднюю часть тоже удалим. И почти доходим, терпите. И вот так аккуратно отделяем. Такой красивый, да? Фрукт самый красивый, по-моему. Упс, жаль. Кто-то сглазил, наверное. Открыли, удалили. Какой хрупкий был гранат. Наверное, кто-то обидел его. Такой вкусный. И вот эти части тоже, да, удаляем. А вот эти части, внутренние части граната, тоже говорят, очень хорошо от, ну, если желудок болит, скажем, надо сварить и выпить. Еще очень хорошо помогает от инфекции, как антибиотик. Используют для, если зуб воспалился, этой водой, ого, вон ца, прополаскивает. Муж очень гордится сейчас мной. Такую красоту сюда положим. А это крылышко разбилось, да? Ничего. Алька! Редиска никому не интересна, наверное, но если делаю хаш, кроме оригинальной классической редиски хаша, такую тоже беру на всякий случай. Может быть, кто-то из гостей предпочитает такую. Королёк все любят, кроме моих детей. Только Арка очень любит. И по-армянски королёк Аркая Наринч, то есть королевская... Королевский апельсин. Он его так и называет. Говорит арканаринч. А по-английски persimmon. Вот так вот, persimmon. Значит, так, что? А у нас что-то последнее, да? Фундук для нутеллы всегда беру. На канале готовила. Смотрите, посмотрите. Или... И купила. Всегда хотела, но думала, здесь его не продают. В этих банках папа всегда покупал сельдь, маринованная, да, наверное, как называется, сельдь без головы. По-моему, мы маринованную рыбу так называли, маринованной рыбой. Сейчас посмотрим, то ли или не то. Как открывали? Не знаю, правильную открывалку принесла или нет. Такой я не покупала. Здесь не покупала. В Армении тоже папа покупал. Такие вещи дети не покупали. Ага, может быть, это не то. Сейчас, наверное, наши друзья-подписчики кричат, говорят, Эгина Джан, это надо открывать. Не знаю, чем. Окей.
Я отлично знаю, чем это надо открывать. Помните этих? Что это? Окей, надо пробовать. Вот, да, все уже почищено. Почищено? Почищено. Надо удалить, наверное, кожу. Такая тонкая. Такая уже как будто удаленная. Кожу почти невозможно удалять, но помню, мама всю кожу чистила, потом уже на кусочки резала. Пойду что-нибудь принесу, чтобы по это самое порезать. Посмотрим. С этим, наверное, картошечку надо приготовить, но это уже потом, после официальной дегустации будет и с картошкой. Кожа такая нежная, даже удалять не хочется. Видите? Может быть, и не надо было удалять. Может, я не помню. Или мы тоже что-то другое пробовали, ели в детстве. Окей. Это другое что-то. Это, я не это помнила. Кусок попробуй. Без косточек нету. И скажи свое официальное мнение. Что было лучше? Жирным был таким. Неплохой. Очень соленый. Это маринованный. Маринованный. Неплохой. Но... я другое помню, другой вкус помнила, другую рыбу, наверное, помнила. Не знаю, ну, с картофелем, может быть, с луком. Лучше будет. Эту часть давай попробуем, арам. Эту мягкую. Какая разница? Хайли, какая разница? Вкус от чистения меняется. Почему руки почернели? Что-то не то. Арам, эта часть вкусная. Немножко косточки есть, но попробуй. Ничего не станет. Попробуй. Скажи, был разный вкус. Нет? Тот же самый вкус. Окей, говорит тот же самый, значит тот же самый. Это лавровый лист, это лед, это, наверное, семена кориандра или черного перца, что-то в этом роде. Ну, неплохо, немножко соленый, по-моему, или очень соленый. Сладкий. И сладость тоже имеет. Не то, что у нас в детстве было. Не то, никогда не то. Anyways, не знаю, какая у нас дегустация была, но была. Никто не скажет, что нет, дегустации не было, это вы нас не так задегустировали. Но, думаю, главное, встретились. Там не очень такой обильный шопинг сделали. Даже детям печенье не купила. Какая я мать. Как мне не стыдно. Есть у нас печенье, есть шоколад, конфеты, все есть. Но все равно надо было. Anyways, главное, встретились, поделились с вами, подегустировали с вами. Не знаю, что-нибудь полезного передали или нет. Это уже от комментариев узнаю. И продвинусь дальше. Всех благодарю за ваше внимание, за вашу доброту, любовь. Очень ценим, любим и уважаем. И это я говорю от всего сердца. Вы меня сильно вдохновляете, помогаете, сами даже этого, может быть, и знаете. Так что любим, ценим и будем любить и ценить. Берегите себя, будьте здоровы, увидимся!